Ежегодно в Ядринском районе собираются как лингвисты чуваши, так и те, кто слышит язык впервые. 9-й лагерь чувашского языка «Хавал» в этом году проходит с 8 по 15 июля на той же базе, что и в предыдущие годы – базе «Сурские зори». Основная цель лагеря – создать традицию ежегодных встреч, в которых можно будет интенсивно изучать чувашский язык, окунуться в языковую среду, а также познакомиться с культурой, историей, традициями народа. Участники два раза в день встречаются на уроке чувашского языка. В лагерь приезжают лингвисты с разных уголков мира, которые готовы помочь продвижению языка. И мне очень интересен чувашский язык, потому что я вижу, что есть спрос на чувашский язык, но очень сложная ситуация с учебными материалами. Мне кажется, я мог бы внести свою какую-то лепту. Автор программы распознавания речи Франсис Тайерс из Англии работает в России, Высшей школе экономики. Сюда приехал за новыми материалами. Для того, чтобы эта программа реализовалась, нужны записи голосов тысячи людей. То, что мы хотим делать, это создать систему распознания речи для чувашского языка. Я хочу пригласить все чуваши принять участие в проекте. Нам надо только 10 тысяч человек, и чтобы каждый человек записывать 10 минут. Вырже Шулезенджи, Волфронт, Рисалдак Сембе, офицер Зем, Вали, Ширулми, Тибетня. В роли преподавателей выступают люди, хорошо владеющие чувашским языком. Педагоги вузов и школ и журналисты национальной телерадиокомпании. Участником может стать каждый, кому интересна чувашская национальная культура и ее будущее. Денис Кашин, Андрей Спиридонов, Республика.